Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему, что у него на сердце, на душе. Подумайте о мужчине, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию, настройтесь на расклад. Сегодня выпал мужчина воздушного знака зодиака. Конечно, не обязательно, просто в таких энергиях может быть сейчас. Мужчина, у него высокий уровень интеллекта, объективный, разносторонний. У него гибкий рациональный подход к жизни. Также у него много интересов, он проницательный и очень разумный. Как правило, карта выпадает авторитетному человеку, к которому многие люди обращаются за советом. И действительно, он может и способен дать мудрый совет, рекомендацию или подсказку, так как обладает умом советчика и огромным жизненным опытом. Мужчина целеустремленный, способный преодолевать многие препятствия. Он отличается от других своими лидерскими качествами и умением распоряжаться финансовыми. То есть деньги к нему, можно сказать, идут и липнут к рукам. Также сразу нам выпало на сердце и в душе, и рядом с ним у него любимая женщина, то есть о которой он думает, которая для него очень сильно важна. Действительно, для него она является любимая. Также карта показывает огромную сексуальную энергию, и в то же время мужчина в душе, на сердце, у него идет тоска по любви, ласке, нежности. То есть мужчина действительно влюблен в вас, в свою женщину. Также он понимает, что сила любви помогает добиться чего-то очень важного в жизни, ради чего стоит жить. В отношениях все, что происходит между вами, это происходит по велению души и сердца. Также мужчина хочет не только принимать любовь, но и давать ее в ответ, потому что, опять же, вы были рядом, для него вы любимая женщина и очень много для него значите. Ну и рыцарь кубков выпал, это опять же тоже говорит, у мужчины сильное влечение к вам, к своей любимой женщине. Он желает сближения в эмоциональном и духовном плане. Также он желает наладить интимную связь. Для некоторых также может означать, если выпал рыцарь кубком рядом с королем, то есть, возможно, мужчина младше вас. Также у него на сердце, в душе какие-то, когда он с вами находится, какие-то приятные ощущения, переживания. С каждым разом что-то у вас открывает новое. Для него, возможно, какие-то вещи покажутся сюрпризом, то есть он этого не видел у вас, а вот сегодня открыл и узнал, что оказывается, вот вы такая или вы вот так умеете. То есть он с каждым разом все больше и больше вами восхищается. Также у мужчины на сердце то, что вокруг вас, вокруг вашей пары могут ходить разные сплетни. Какие-то, возможно, за спиной насмешки, бестолковые упреки. Он злится, ему это не нравится, но старается не идти у кого-то на поводу. Его основные преимущества – это тактичность, мягкость и чувствительность. Он старается уйти от конфликтов, ну и не обращать внимания на то, что говорят. Выпал оракул «Суть», то есть на душе, на сердце у мужчины все-таки есть переживания за вот эти вот сплетни, какие-то разговоры о вас. Зачастую они какие-то бестолковые, возможно, неправда, ложь говорят, либо очень много сарказма, лицемерия. Он по этому поводу переживает, волнует, ему это очень не нравится. Выпал оракул «Корабль», также говорит, это символ движения против течения, то есть получается так, что вашей парой, вашими взаимоотношениями кто-то недоволен, кому это очень не нравится, могут
может быть, вставлять палки в колеса, то есть вы все равно движетесь. Также говорит о проявлении инициативы и нарушении сложившегося равновесия. Также надежда на лучшее и скорое возможное появление возможности изменить ситуацию. Но также эта карта может еще указывать на поездку, либо переезд, либо путешествие. То есть мужчина, может быть, думает об этом или задумал. Во взаимоотношениях, опять же, благоприятные изменения. И, возможно, опять же, куда-то поедете. Также вам выпала лилия, счастливая карта. Она символизирует высокое положение, то, что вы находитесь в окружении хороших людей, близких людей. Вас ждет радость и гармоничные отношения. Романтика, восторженность чувств. Также между вами необычайно красивые отношения. Ну и метафорическая карта показывает преграды, правильный путь, озарение, выход из ситуации. В ваших отношениях есть преграды. У мужчины это на сердце, он это чувствует. Ну и на протяжении расклада все выпадало. Но он знает, что он правильно поступает. К нему придет озарение, и он найдет выход из ситуации, которая вот складывается вокруг вас. Ну вот так сегодня получился расклад. Спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ну и переходите на сам канал, смотрите другие расклады. Всего доброго!